team ban. Diet. Radiant team pick. Dire team pick. Так, всем привет, дамы и господа. Возвращаемся. Третья игра уже. Team Dignity против Team Empire. 1-1 у них счет. Так вот они. Две достаточно односторонних, я бы сказал, игры. Сперва один, потом другой. Весьма быстро. Уверен, друг друга перебивали. Но последнюю игру я бы не назвал такой уж и быстро, но тем не менее, достаточно все уверенно сделали команда Dignitas. Смотрим баны. Templar Assassin, Batrider, Undying Knicks Assassin. Первым, само собой, взяли Виспа себе, Empire. Виспас его всегда не любит. Смотрим, чем ответит Dignitas. Опять доступен Магнус, можно взять Keeper of Light опять. В прошлой игре Keeper of Light хорошо себя очень зарекомендовал. Может, сейчас не постесняется. Можно, конечно, попробовать и Медведем сыграть в команде Dignity. Сейчас посмотрим. Какой сервер, к сожалению, я не знаю. Берут Keeper of Light прям первым пиком. Ну, Dark Seer. Radiant Team Pick. Вот так. Магнус Хаус Кнайт, в общем-то. Беспросветность сплошная со стороны Empire. То есть понятно, что будет очень сильная, очень агрессивная игра. Надо Dignitas что-то думать по этому поводу. Тут уже у них не самые такие, не самые уверенные пики были. Вот Keeper of Light — это хорошо, Dark Seer — это хорошо. То есть как минимум их не запушат очень быстро. Но вместо этого их просто по одному переубивают. Как против этого играть, пока непонятно. Опять Queen of Pain, уже больно. Фогд любит Queen of Pain. Каждый раз ее берет. Пошли баны. Смотрит, остался. Три лейнера остался. Один саппорт. Пройтись можно по трилейнерам, то есть можно забанить, кто с Keeper of Light хорошо в комбо встает. Можно побанить каких-то саппортов в команде Empire. Пока что время немного тянут, пока думают, смотрят, что можно сделать. Само собой, лансеры после прошлой игры не хотят они видеть все эти иллюзии, как их там терроризировали, можно сказать. Окей, вроде бы вернулся стрим. Опять он дропнулся. Ну, значит, как минимум полчаса нас ждет. Без дропов. Кого дальше здесь побанить можно, давайте смотреть. Ну, понятно, остался один саппорт, остался либо соло, либо трейлейнер, в зависимости от того, куда пойдет Висп с Хаус Кнайтом. Могут пойти и на мид, конечно. Можно послать на мид Магнуса, Виспа с Хаус Кнайтом, в трейлейнер послать взять джанглера и кого-то еще на соло. Тоже будет неплохо. То есть можно, например, взять Чена и Фуриона, и это уже будет достаточно неплохо. То есть можно будет и сплит пушить, и прилетать втроем одновременно, и всем хил давать, и, в общем-то, и пуш сильный будет, и единственная проблема будет тимфайты, но реверс полярти это хорошо решает. Забальный виндранера. Так, вроде бы нормализовался. Сейчас я проверю опять стрим. Пока не показывает, что есть какие-то зрители, но неважно. Герокоптер последним баном забанили. Сами же Empire, не хотят они увидеть. Очень похожи плейстайлы у обоих команд, то есть такие команды агрессивные весьма. Каждый по-своему. Вот Empire больше любит очень раннюю доминацию, то есть прям чуть ли не на пятой минуте. Team Dignity в то же время хоть немного пофармить любит, но тоже такие играют ребята на кураже почти все время. Очень агрессивная. Дисраптор последним баном. Надо брать какого-то саппорта, пока не отобрали его. То есть можно взять, например, Рубик того же. Хорошо, он очень зайдет. Можно и стяжки воровать. Сурже.
любой спел практически у Queen of Pain. Берут вместо этого Shadow Demon. Ну, подцеплять он даже получше, чем Рубик умеет. То есть, чем важны эти саппорты, что Shadow Demon, что Рубик, что у них дизейбл мгновенный, почти кастайма нет никакого. То есть, в отличие от тех же самых Лина, Леона и так далее, им достаточно нажать на кнопку, и уже цель в дизейбле на очень большом расстоянии. Собственно, поэтому их всегда очень любят брать. Как минимум в Китае, но теперь уже перенимают постепенно и в Европу. Они переезжают, эти ребята. Смотрим, команда Dignity, что придумает в ответ. Можно брать смело еще одного саппорта, то есть со своей стороны. Ну, могут они и со своей стороны взять Рубика, могут пока что что-то еще придумать. Опять видно, что Трилейн может быть действительно офенсив в этот раз. Висп, Хаус Кнайт, Шадоу Демон, ну как минимум, пока у Хаус Кнайта будет мана, будут они убивать. Если будут убивать, там накупят себе бутылку, и Висп, Хаус Кнайт, все будет хорошо у них. Но здесь может быть такое, что возьмут еще какого-то кэрри, какого-то трилейн фармера, даже не трилейн, а дуал лейн, и пойдет он с Шадоу Демоном. Внезапно Тайд Хантер, команда Дигнитс. Или Шрак. Так, вот очень сильный лайнап у эмпайров. Понятно, что основной кэрри потенциал у Хаус Кнайта, то есть нужен какой-то вариантный лейтгейм команде Dignitas. Чтобы всех не переубивали. Морфлинг. Вот наконец-то забыли про него в банах, и давайте смотреть, как они это обыграют. Обыграют ли вообще, как это работает. Морфлинга нерфили, вот опять его начали брать. Достаточно интересно, стоит ли он того, чтобы его брали. Сейчас разберут они героев. Посмотрим, ну понятно, что есть Keeper of Light, Tidehunter, Морфлинг. Трилейнить. Давайте смотреть. Silent на виспе. Фаник на Магнусе, понятно, пойдет в оффлейн, Blow Your Brain. Хаус Кнайт, скандал на Эльшаке, ну и Габлак на Шадоу Демоне. Скандал побежал уже почти на мид, вот закупается, думаю, что он купить, закупился все-таки на быструю бутылку, пошел на мид. В миде похоже, что один будет, но может и Шадоу Демон им помочь. Могут они даем Шадоу Демоном постоять. Все это мы прекрасно видели еще на чемпионате The Age, где MUFC очень любили, чуть не каждую игру они так делали. То есть кто бы ни пришел, он умирает. Сетап, то есть кидает Disruption, кидает Soul Catcher, ну и здесь идет Split Earth, и за время стана кидает еще и Lightning Storm, в общем-то это хватает вполне. Стан 2 секунды здесь флэт, то есть на первом уровне даже 2 секунды стана. Очень противно вот так вот против них стоять. Здесь Tides of Time, Keeper of Light, Way to Sexy на Тайде. А вот 2000 на Морфлинге, ну и здесь Universe Dota, Dark Seer и на мид опять Фокт на Queen of Pain. Будет интересно смотреть, как здесь Морф отыгрывать будет. Быстрая пауза. Blow Your Brain. Понятно было, что не пойдут они на мид, то есть, ну, надо немножко уровней и всего остального подфармить. Здесь Габлак проверяет руну, смотрит. До руны времени еще много. Скандал готовится, бодиблочить скрипов. Надеюсь, что пауза будет действительно быстрой. Ну и как-то пока. Сказать здесь особо ничего нельзя. Ну, понятно, что есть морфинг, то есть это сильная заявка на этот гейм. В то же время, не знаю, как Ава им играет, сейчас посмотрим, как он в мидгейме себя покажет. До этого Морфлинг считался именно таким героем, который действительно полезен на всех стадиях игры, чуть ли не в самом early game. Ну, в самом early game он не такой полезный сейчас. То есть понятно, что им надо вкачать его вейвформ, там где-то начиная минуты с 10, с 15 уже можно делать вещи. То есть ходить и лейны сплитпушить, и убивать кого-то вейвформ адаптив страйком. Ну и посмотрим, как обыграют Хаус Кнайт с виспом комбо. Смогут ли они
делать какие-то контрганки, контринициации. То есть, когда будет прилетать на релокейт, надо сделать так, чтобы все умирали. Кто прилетел, сделать это не так просто. Опять рейнджового крипа вывел Фокт, и опять он свой лейн к себе подведет. Вот он крипа с дына, крипа добил, просто прекрасно он здесь делает. Купил он дополнительную мантию, и это ему помогает сильно. У него урона больше, чем у этих ребят. Очень уверен. Точки соприкосновения других героев пока нет. Вот здесь Фаник, он вообще в лес пошел, то есть не пошел он против трилейна стоять. Понимает, что там трилейн достаточно противный, хоть есть скьюер, то рисковать неохота. Пошел дисрапшн, пошел сплитерс. Пока что просто с руки пинают. Заковыряли, достаточно много принесли КП. То есть там еще иллюзии били. Лейн весьма сильный, вот этот Эмпайр. Скандал стоит, танкует, надо крипов добить, пока Таур не сагрится на них. Пошел лупить Таур по крипам, и ни одного крипа не забрали в итоге. Габлак нашел реген, и очень это Мурат. Вот он идет опять обходить Фогда. Первым уровнем вкачал себе блинк, то есть понимает все прекрасно, какой здесь лейн и что здесь будет происходить. То есть сейчас можно будет скоро уже чуть не по кулдауну кидать эти дисрапшны, учитывая, что сейчас появятся уже очень скоро бутылки. Тут уже едет бутылка к Лешаку. Отпиваться он сможет, то есть они так и будут. Кинул дисрапшн, кинул сплитерс. Пол хп снесли. Ну и фармить тоже не дадут. Ты крипов почти не допускают. 2-2 у Фогда. Взлайт мимо такой проехал. Взял иллюжн, послал их убивать курьера. Курьер, к сожалению, уже летающий. То есть уже не получится это сделать. Понял, увидел. Хорошо бы получилось, если бы был ходячий курьер, то как раз апнули недавно. К сожалению, не видно здесь, в чате не пишет, когда курьером апгрейдит. То есть он пришел, пешком принес. Исходу все поняли, что курьер мог сейчас подрезать. Сверху он иллюминейтом еще двинул. Фокт ходил, смотрел, понял, что здесь делать на меди от пулы. Пришел к Фаннику, пробовал ему помешать, но вот у него есть аж двойной отпул. Он еще и на сложный кэмп умудрился. Здесь тоже двойной отпул. В общем-то, в этом плане все хорошо. То есть по экспириенсу у Эмпайра должно быть небольшое преимущество. Но вот, как видно, не такое уж оно и большое. По золоту пока сложно что-то сказать, пока там все фармят. Редин Дайр. Смотрим здесь 18-8, у АУ 2020 на 5. В общем-то, весьма хорошо. Дарксир, давайте посмотрим, где он в лесу там ходит. 28 крипов вроде бы есть, но по деньгам у него не очень, что-то он купил. Понес, видимо, свою бутылку, да, действительно. Ну и так вот, каждый на своей стороне карты. Осторожно, единственная точка, вот, где могут убить, это Queen of Pain, они могут пробурстить все-таки. То есть им надо, чтобы Фаник еще шоквейв кинул в стан, и тогда они добьют, я думаю. Шоквейв, правда, первого уровня. Был бы он второго, уже можно было пробовать. Он думает, порезать, не порезать. Потом пытается постакать. Сейчас стакнет кэмп. Появляется здесь еще и совухи, здесь гарпи. Можно отводить сейчас. 4, 5, 6 секунды повел. Отвозит гарпи. Гарпи ренжовый, то есть может он не дотянуть, вот он. Постопился чуть-чуть даже. Так, ну и ездит он по лесу, потому что лес заново вырос, надо заново его убивать здесь. Между тем, на мид пришел Дарксир, и внезапно сейчас First Blood будет на габлаке. Еще и второго сейчас убьют. Кинули Shadow Strike, ну и весь этот их мидлейн просто развалился. Пришел пятый уровня Universe. Отдал бутылку Фогду. Фогд отпивается. Все, у него теперь сразу стало хорошо, а здесь с этой стороны уже АУ 2000 начинает на тауэр атаковать. Габлак сходу прилетает наверх. Скандал остается один на меде, понимая, что больше не могут они себе позволить такую роскошь, что стоять дабл мид. То есть они там не то что не убивали, так еще и вдвоем умерли. Очень хорошо заромили. Сходили.
Пришел Дарктир, пришел. По-моему, там чуть ли не все саппорты пришли, то есть там вокруг были. Keeper of Light и Tidehunter. Все пришли. Паник продолжает лицом ломать деревья здесь. Сделал двойной отпул. Ни крипов, ни опыта Габлаку здесь не останется. Если выйдет он дальше речки, то умрет. В общем-то понимает, что время теряет и надо, похоже, что идти обратно на мид. Queen of Pain с мида между тем согнали. То есть вот у нее с бутылкой там какой-то страгл. Не знаю, где ее родная бутылка. Она носит бутылку Дарксир, вот она отдала ему. Сам купил, ну, талисман, телепорт, ботиночки есть, вот. Похоже, что бутылку он даже не покупал, то есть вот так вот. В общем-то, я думаю, что он ее купил давно. Поезд ставит варды, прям на центре вард поставили. Очень удачно. К сожалению, ночь наступила, и этого клифа пока что не видно. Вот надо Фогду сходить наверх, немножко посмотреть на это дело. Сейчас шестиминутную урону взял Висп. Ну, здесь Keeper of Light уже с этим справился. Давайте Виспа найдем где-нибудь здесь. Здесь понятно, что снизу фрифарм у Blowy Brain. Blowy Brain 7 уровня, есть у него Midas. Даже вот так вот он купил себе Midas. Пытается перефармить он Морфлинга. Понимает, что Морфлинг тоже герой такой. 4-секундный стан словит, ну и... Может не выжить, если нет репликейта доступного. Бегается на мид. Опять ходит вокруг скандал, дамажит ее аншеллом. Кидают дисрапшн тем временем Queen of Pain. Но здесь уже скандал большие проблемы. Пришел очередь Висп. Связал он Габлака, но им теперь лишь бы уйти. Вот он пытался спиртом подамажить. Пришел очередь Фаник. Фаник просто... Со злостью вот по Queen of Pain. Между тем убил. То есть хорошо он все рассчитал на самом деле. Видел он, что был блинк, что блинк первого уровня, 12 секунд кулдаун. Ну и собственно кулдауна этого не хватило как раз. Буквально полсекунды вот. Вторые сутки подряд делаем стримы. Вторые сутки подряд Queen of Pain вот подлавливает чуть ли не за долю секунды до отката кулдауна. Queen of Pain вернулась. Пришла к Blow Your Brain, понимает, что может ей прилететь здесь просто внезапно. 275 урона и 4 секунды стана. Это надо понимать. ХП у нее просто ну, столько нет, чтобы это пережить. Учитывая, что здесь еще и Висп. Как-то находиться здесь было бы весьма глупо. Я бы на месте уже уходил. Видимо, он это тоже смекнулся. Надеюсь, что он это сделал. Ну и Ауэ продолжает зарабатывать золото, добивает крипов. Way to sexy. Реверш есть уже, то есть все весьма неплохо. Ему надо пойти порегенить ману, вот телепорт он уже купил, сделал свой Magic Wand. В общем-то, купил смог, сейчас могут сходить кого-то еще убить. Здесь стоит Габлак, контравардирует нагло. Оп, кинул Disruption. Пытался напугать, но приходит Фог. Паник въехал. Пытался напугать Дарксир, но сейчас, похоже, Габлак умрет. Отлично, подынаил его Фаник в последний момент. Теперь проблема уже у Дарксира, надо отбегать. Дарксира есть хедрес, есть бутылочка. Последний заряд он допил регенится. Пришел Тайт. Тайт Хантер. Отдал свой хилинг салф, немного похилил он Дарксира. Ну, пошел, дали ему просто ускорение. Раваж сходу. Ну и опять скандал убивают. Который раз уже, давайте посмотрим. Прилетает Висп с Хаус Кнайт, но начинает мстить в эту сексе. Умирает, но на этом похоже все. Хаус Кнайт ревенж килл получил, но менять Лешака на медиа, который 0-3 уже на Тайдхантер. Как минимум, не просто так килл, то есть замстили все-таки. Надо отгонять от вышки. Бьет вышку постоянно Хаус Кнайт. Мидас ПТ, 1000 золота почти. С этой стороны, давайте смотреть, что Морфлинга, видимо, делает Линкин Сфера. Вот здесь уже Персеверенс. Очень мне интересно, как он реализует вообще этот пик. Реализует ли вообще его. Сейчас это был первый полет на СП. Был достаточно удачный, но это была скорее контраинициация, чем внезапный ганг.
ждет ли нас что-то еще такого плана. Сейчас мы посмотрим. Вот купил Magic Wand. Деньги вроде потратил. Можно попробовать и полетать. Сейчас висп, где висп. Вот он делает отпул. Регениться ему пока нечем. Надо ему доделать наконец свою урну. Сейчас едят его здесь альфа-вулфы, поэтому надо аккуратнее ему здесь быть. Какой-то баг, видимо, у него. Даже не знаю, как это перевести. Ну, какой-то графический баг, что спирит и виспа, которым вот он здесь крутится, убивает. Везде эти шарики. Ждем сейчас реконнектнется очень быстро. Иногда бывают такие небольшие гличи, но достаточно реконнектнется хорошо. Так, ну пока 3-5, давайте смотреть. Давайте можно пока на график посмотреть. За паузу не видно, но здесь понятно, что более-менее сравнялись по экспириенсу. По золоту ударов было преимущество. Но теперь уже Мидас начал себя оправдывать. То есть постоянно прожимает, съедает крипа, бонус на 190 золота получает. Ауэй, пока что какие-то файты вступать, я думаю, он так до сих пор не будет. Он раскачивается, вот у него 9 поинтов. Все нужные скиллы, адаптив страйк пока нет, но он и слейн пока не ходит, он им не нужен пока. Персеверенс, посмотрим, будет ли быстрый Линкен Сфер на случай, если будет прилетать здесь Хаус Кнайт. Там Линкен Сфер, ну, реалити рифтом, разве что, ну, не уверен, что это того стоит. Очень дорогие спылы у Хаус Кнайта, то есть летать на морфинга смысла особо не будет. Учитывая, что если он прожмет один скилл, там прокнет Линка, пока прожимает второй, там же и репликейтом куда-то успеет улететь. Не дай бог. То есть пока что морфлинг более-менее выживабельный. Здесь сейчас скоро будет мека уже у Универса. Универс 2-0, вот он на мид хорошо приходил. Они скандал или шака очень нехило так поубивали. Скандал. Нашел хейс бутылки, есть ботиночек. Фокт. 2-1-2, вот он один раз умер. Не очень хорошо получилось. Ну здесь стоит, ему достаточно пулять свой иллюминейт и стоять так, чтобы Хаус Кнайт до него просто ни одним скиллом не дотянулся. Если дотянется, то это очень мертвый будет. Кипровзлайт. Извинились, все хорошо, вроде бы все манерные. Сходу кидает, к сожалению, Soulcatcher фрилип на крипа вместо Queen of Pain. Ну и гонь дальше, он на хейсе, то есть может себе позволить. Ловит он Scream of Pain, но здесь встречает Дарксира. Дарксир стяжку, отлично, то есть скандал, хоть у него и хейс был, все равно он умер. У него там еще и гаш догонку кинули, в общем-то. В четвертый раз он умирает. Первый килл достался. Точнее, первый килл Лишак так не получил. Все киллы оседают на Shadow Demon, 2 килла. Мифаник, перемещается он на топ. Посмотреть, что здесь у морфлинга. Шоквейв есть 4 уровень, по морфлингу может пострелять. Вот, побежать чуть-чуть. Морфлинг. 800 хп, вот накачал себе немножко урона, вот 103 урона, плюс 19 урона у него с Ring of Akila. Персеверенс, 10 урона. Он ходит, катается по крипам. Фаник понимает, что здесь за ним гонится крип, он просто через весь лес с него бежал. Мало ли что. Скандал опять. Получил Shadow Strike, грустит. В общем-то, понимает он, что лейном проиграл уже. Пошли они хорошие, мощные дабл мид были. К сожалению, не смогли они убить Queen of Pain, и сами получали. Здесь ломает Тауэр уже, между прочим. Blow Your Brain добирает Тауэр. Давайте включим график Networks, мы видим 6000 уже Networks у Blow Your Brain. Сейчас вот у него уже есть Ogre Club, там глядишь им целиком БКБ прилетит. Мы полетели. Прилетает виспом на релокейте. То есть бегает. Тайц дота, втянули его обратно на клиф. Прилетает Тай, дает раваш. Тайц дота бежает, остальные на сплитерсе. Прячет Хаус Кнайт от греха подальше. Страпшн, ну и Дарксир приходит. А здесь двое улетели, остались трое. Ну, Тайц сам себя отдал, в общем-то, за друга. Лучше бы они Keeper of Zla это действительно продали, то есть не ходили там, ничего не делали, раваш не спускали, но, видимо, решили, что если они Keeper of Zla это потеряют, то там еще и Тауэр потерять можно. Keeper of Zla это на контрпуше достаточно персонаж удобный, хороший.
Бой и Брейн отлично спасли, видели, что там идет раважить. Он даже закупился со страху. Вот купил себе рецепт уже на БКБ. Что-то, похоже, купил себе Queen of Pain. Куда-то у нее делись деньги, как минимум. Magic One есть в Lots of Speed. В общем-то, крипов очень мало. 13 минут, всего 14 крипов. Но вот здесь занимались тем, что сперва у нее есть были опрессоры, а теперь у них вроде бы и сами понемногу начали убивать, но пока не так сильно. Вот он получает бутылку свою. Похоже, что как раз ее он покупал наконец. Ауэ, купил рецепт на Link Inferno, но остался только Ultimate Orb за 200. Здесь опять напрыгивает на скандал, скандал пугает, летит опять Висп на клиф. Зарезал он Тайда. Прилетел один, между прочим, точнее не один. Хаус Кнайт там от него оторвался чуть. Виспа убили, у Хаус Кнайт могут быть проблемы, но здесь один остался. Даблкил получил Тайд с Дота, то есть там Лишрака еще переехал лошадьми, похоже. За один Иллюминейт, похоже, вот так вот он. Как-то я за иллюминейтами не смотрел, я больше смотрел, где там Хаус Кнайт, куда он делся. Висп его привез, с него сходу отцепился один налево, другой направо, и, в общем-то, из-за этой проблемы Виспа уже убили, и что-то поделать. Ой, Брейн прилетел на топ тауэр по Denial, не дал дополнительное золото врагам. Здесь Ауэ ходит, по крипам катается. По всем крипам проехался, забрал весь фарм. Ну, 5-8 уже счет. Пока что Дигнитс достаточно неплохо обороняется. То есть Висп с Хаус Кнайтом летает который раз, но не так разрушительно, как могли бы. Учитывая, что там фри фарм и Хаус Кнайт, что Хаус Кнайт сильный много уровней, ну, пока что не оправдан. Оп, кого-то нашли, там кто-то очень мертвый уже. Это кто-то был Dark Seven, но здесь уже никак не пережить это. Как бы сейчас внезапно они сдали позиции. Blow Your Brain поражал свой фантазм. Хаус Кнайт продолжает бить тауэр. Сейчас улетят обратно, но обратно они улетели. Точнее, улетели они, похоже, на топ. На топе они убили Ауэ. Отлично они все сделали. То есть сейчас они и здесь тауэр заберут. На мид вернется один висп. Один висп возвращается, сейчас его просто тауэр убьет. Немножко оставил хп. Вот если бы кинул плюшку Тайс Дота, то было бы все получше. Здесь тауэр можно денаять. Блайндом немного откинул назад скандала. Ну и скандал получает Сепрокаста. Вот, к сожалению, морфинга они потеряли. Очень шустро среагировали, что мид тауэр они по-любому уже берут. То есть виспус Хаус Кнайта можно было слетать наверх и очень быстро морфинга убить. Собственно, и тауэр здесь забрали. Бесплатный тауэр, это очень неплохо. То есть преимущество теперь уже у команды Empire, можно сказать, что на 2,5 тауэра. Свой тауэр они подынали, то есть, считай, как деньги, как за полтауэра. То есть вот мы видим, как у них резко по деньгам все улучшилось, при том у всей команды. По экспириенсу, ну, вроде пока что более-менее чуть-чуть вернули себе, да, чуть было не начали вырываться, но здесь их осадили, убили там и Ауэ на морфлинге. В целом на миде там дрались. Скандал смекнул, что ничего не получится, там никаких бластонов на 20-й минуте. Купил себе брайсер, купил клоук, дополнительный Magic Resistance, Spell Resistance, ну и дополнительное здоровье, чтобы просто переживать этот прокаст. Опять Ауэ поймали, опять 4 секунды, вот он успел начать морфиться в силу, режет его линком, бежит, уезжает, отлично выживает, но здесь уже Reality Rift надо пытаться проджукать, им даже меку прожали, но хватило. Тем временем, Бог Дота умирает здесь, успел набить лишь рака в очередной раз, но и сам за это поплатился. Ну и внезапно трое мертвых. Четверо. Кого, где это нашли? А, это здесь бегал Дарктир. Четыре в одного поменялись. Так вот совершенно внезапно, неожиданно. Пришли просто в лес и взяли всех, убили. Кто бы мог подумать. 10 секунд на БКБ, конечно, потратил Blow Your Brain, но это того стоило.
Блэйд Брейн 3.03 уже. Висп подлечивает. Уходит. В лесу они окопались достаточно прочно, то есть они здесь и вард поставили все, то есть карты оставили где-то вот так вот они команде Dignitas уже. Куда-то еще ходить, если на карте они увидят, то это пиши пропало. Вот Тайт вышел, получает сходу. Даже стан не стали кидать, когда кинул, оказалось, что 4 секунды, вот так вот. Ну идет уже просто какой-то фейсролл. Вау, и так ничего не собралось, то есть пока у него ни Линкин сфера, ничего, его очень хорошо подганкли. Опять 4 секунды, очень сильно везет Блэйд Брейну. Рандомный шанс. Все промахиваются из-за блайнда. Вылезает АО-2000. Универс себя спасает, но похоже сейчас на контрганке будет пытаться как-то убивать. Но сейчас дотянулся уже Реальти Рейф, там еще одну плюшку, вот мега килл получает Блэйд Брейн. Надо бы уходить, мы отсюда как-то они заигрались уже. Находит еще и Тайс Дота, сходу на удар пол хпм оставляет. Добивает. Получает дабл килл, бежит, самого сейчас БКБ закончится. Вот у него проблемы. Виспа. Релака это есть, если что, то он его может просто стянуть, влететь. Потом отцепит его, сам здесь, конечно, умрет, но друг спасет. Глядишь, еще и сами поубивают, то есть сейчас они вполне могут попробовать. Нет, отцепляют, все-таки Висп возвращается. Нет, смотри-ка, вдвоем вернулись. Смелый такой ход весьма. Кидает Disruption, сюда еще и Shadow Demon подтянулся, Ауи. Soul Catcher сейчас наполучает. Ох, чуть не с одного удара его убивает. Фок приходит. Тоже очень быстро умирает. Но, в общем-то, идет прям непрерывный просто сноубол, не прекращаясь. Иду драки. Без конца умирает член команды Dignitas. 17-11 уже счет уже. Просто громят. House Knight ходит и уже 8-0 у него счет. 8-0-4. По Networks. Понятное дело, выбился. Ну и просто теперь куда ни выйди, прилетят они и будут убивать. Уже показали, что убивают чуть ли не с двух ударов. Еще и армлет принес себе, в общем-то. Бьют предпоследний таур. Скандал. Ну в этой игре он вообще какой-то нон-фактор был, то есть здесь все делал House Knight. Скандал. 1-7 у него счет, но вот скачал один уровень диаболиков, немного помогает он, и молнии покидает им. В общем и целом. Здесь нашли они Keeper of Light, надо им бежать. После этого решает убить Тайда. Включает БКБ 4-секундный дал и пошел рез. 9-0 у него уже. Выходит лупить людей. Вот это сноубол, так сноубол. Я думаю, не будет такого, но вот Blowy Brain показывает просто класс. Просто ходит и бьет людей, всех убивает. Ауи, понятно, что пик морфа пока не оправдывается, то есть пока у него там на 20-й минуте Олинкин Сфер появится, ну понятно, что даже если пару лейнов они и выиграют, то есть на меди они там шака поубивали, но в остальном на фрифарме стоял Хаус Кнайт, и в общем-то в мидгейме он куда полезнее, чем Морфинг. Какие бы хитрые задумки не были, вот они теряют сторону уже, команда Dignitas. Игра для них решающая, то есть вот так вот они набрали. Наполучали. Гонит Блэйд Брейна. Взлетел его друг Висп. Влетает внезапно Фаник с блинком, но в ответ дают раваш. Ну и Фанику надо бежать уже. Фаник там убивает, гонит скандала. Внезапно минус 4. Shadow Demon очень далеко был, он даже прийти не успел на это счастье. Ну и такой мини-камбэк, то есть просто выгнали с базы. Ну, понятно, что задержались, они один барак убили. Между прочим, оранжевый барак, то есть не самый критичный. Сходу смог, надо куда-то идти что-то делать. Морфлинг, давайте посмотрим. Морфлингу пока ничего нет, вот он поумирал. Надо скорее Рошана убивать, пока враги это не сделают. Враги все понимают прекрасно. Идет здесь девардирование, Лишак выкупается. Скорее бежит. Очень долго будет ковырять сейчас Рошана. Вот здесь уже и Shadow Poison плюет, показывает. В ответ заряжает Illuminate через речку. Немного не попадает там в глубока. Все выкупаются. Выкупается Хаус Найт. Сейчас на виспе он прилетит. Там же идут врывы.
все бежать. Прилетели Хаус Кнайт. Убили уже Дарк Тира, убивают Queen of Pain, гонит аут 2000. Но пока не так интересно, вот в эту секцию успел улететь, к сожалению, Вис вернулся на базу, понятное дело, уже релокейт закончился. Но здесь Ауи просто замечательно спасся. Вот спасся, здесь Shadow Poison на нее дает Vision, и все сильнее и сильнее его бьют. Добили. Попался он. Телепорта не было. Дождался кулдауна. Ну и забирает Аегис на Эмпайре. Есть Аегис, купил Риверс, то есть уже почти 2300 хп у него. Хаус Кнайта. В общем, такой действительно рыцарь разрушения просто бегает и всех, всех бьет, убивает. Еще эмпауэр дают, с эмпауэром это просто наслаждение. Вот у него там под эмпауэром снял у него, к сожалению, БКБ, зачем-то он прожал, и это может быть достаточно промечив, чего он испугался, я не знаю, зачем он это сделал. Которую игру подряд смотрим, люди нечаянно прожимают то ультимейты, то БКБ 10 секунд прожмут, в общем. Такое бывает. Солбустер наконец купил дешак, то есть он все-таки решил, что все-таки получится у него там собрать Бладстоун свой под конец игры. Висп с гем с мекой. Ну, здесь форстаф уже почти есть. Третий уровень Эмпауэр, но здесь и так с ним 3 сотни урона. В случае реальности Рид даст еще сотни бонусный урон, то есть 4 сотни сход дает по саппорту, и как мы это уже видели, это пол хп сразу отнимает. Последнюю башню забрали. Ауэ отчаянно пытается что-то фармить, но уже понимает, что что-то безысходность. Как я и говорил в начале пиков, Эмпайр там все, в общем-то, сигнализировал, что здесь делать какие-то планы прямо именно на лейтгейм не стоит, что будет прилетать Хаус Кнайт и будет выедать людей. Клотить своей клатушкой. Оп, хотел посмотреть график, здесь же людей убивает. Бой Брэн Киллингспири. Линкенсфера он доделал, Линкенсфера мы сходу сбили, но, в общем-то, гоняется за ним дальше, вот нашли его. Просвечивают, сломали все деревья, всем дали Раваж, всем дали Sonic Wave, но уже не так это и важно. Здесь даблки берет Blow Your Brain, сход минус 4, купается Queen of Pain и Keep Rose Light, но здесь же вторую сторону сейчас потеряют. Ну и Empire очень, я бы сказал, очень быстро доминировали эту карту. Вторую сторону поломили, сейчас, похоже, уже будет гореть GG. Паник отвозит всех обратно, здесь всех убивают. Опять 4 секунды просто. Нет конца этому края. Ну, действительно, good game. Хорошо сыграли Empire. Тут понятно было, что там и по пику можно бы сказать. Shadow Demon для шаг. Ну, лейн сильный, но не получилось. Понятно, что там Queen of Pain, если что, она прыгнет. То есть First Blood на ней не взять, а к ней хорошо заромили. И после этого уже немножко поснаболились на медиа команда Dignity, пока не отвлекали внимание от Ауи. Потом просто пришел Хаус Кнайт, сказал, что веселье закончилось, теперь всех будет убивать. И убивали все где-то минут 10, наверное, подряд. Были сплошные такие мини-файты, сплошные смерти, но вот в итоге Empire выходит в финал. Финал будет завтра. Посмотрим, с кем они там встретятся, по-моему, с Virtus.pro, по-моему, да, действительно, с Virtus.pro. Ну, так, а у нас же, давайте смотреть, что у нас сейчас. Посмотрю на Жендоте. Похоже, что будет перерыв небольшой, может даже все на сегодня, сейчас я посмотрю. Да, там следующие игры через час, через 2 часа Defense, по одной игре между ими еще промежутки по полчаса, скорее всего, я их просто реплеем потом как-нибудь застримлю. Какие-то реплеи сейчас стримить тоже особо желания нет, как-то уже выходные, надо посидеть. Может, ближе к вечеру, то есть где-то через пару часиков, может, еще что-то посмотрим, я включу. Напишу в Twitter, ВКонтакте, если это будет происходить.
ссылки под стримом. Всем спасибо, кто смотрел. До свидания.